Здравствуйте. Вот решил записать видео. Как бы такой краткий обзор. Любительское видео. Deo Lanos 2007 года выпуска. Самой базовой комплектации. С мотором 1.5. Восьмиклапанный. Ну, честно говоря, приятно удивлен. Проехал за 2 месяца, даже чуть больше, порядка 8000 километров. Каждое утро заводится. Не подводил. Поменял только аккумулятор. Базовая комплектация. Единственно, добавлены заводские противотуманные фонари. Ближний и дальний свет не ксенон. Ледовские лампочки. Ну, в общем, посмотрим поближе. Извините за, опять же, качество видео, если что. Любительская съемка, скажем так. Ну, здесь все по-прежнему. Задние противотуманки, габариты. Значит, зеркала складываются вручную. Также Lanos оборудован газовой установкой, то есть по факту газ-бензин. Ну, что в салоне? В салоне такой стандартный щиток без тахометра. Вот, собственно говоря, выведено рядом с корректором фар. Датчик газовый. Повторюсь, обычные зеркала ручные, обычные стеклоподъемники. 4 динамика. Единственное, здесь еще добавлен вот такой вот магнитофон. Простой, с блютусом. Достаточно неплохо работает. В общем-то, вот так вот. Ну, естественно же, пятиступенчатая механическая КПП. Подогрев заднего стекла есть. Уже хорошо. Печка работает нормально. Электронные часы. Ну, я уже говорил, вернусь к этому. Добавлены заводские противотуманки. В общем, такая вот машинка. Пойдем посмотрим двигатель. Вот машина прогрелась, перешла на газ. Вот восьмиклапанный 1,5-литровый двигатель. Действительно классный моторчик. Трезвый и неприхотливый. Недавно поменяли масло, масляный фильтр, воздушный фильтр. Ну и новый аккумулятор. Ну, тут, в принципе, все. А, также сам вручную корректировал свет. Свет корректируется легко. Болтом вверх-вниз, лево-право. Постараюсь отдельно снять видео о корректировке света на Lanos. Вот еще одно больное место. Это крепление подножки для капота. Пластмассовое. Узнавал на всех Lanos. Это проблема. Ну, вот как-то так. Из-за того, что установлен газ, запаска валяется просто в багажнике. Вот таким вот образом. Потому что на месте запаски газовый баллон. Заправка газа выведена вот сюда. Расход газа. Ну, сейчас снег, зима. Находимся мы в Одессе. Расход газа, ну, где-то зимой до 15 литров на сотню. Так, когда, скажем, погодные условия нормальные, ну, где-то около 12. По бензину не мерил.
В общем, вот такой краткий обзор. Может, нам относительно таких мелочей, как корректировка цвета, сделаю отдельное видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду эксплуатировать другие машины. Буду снимать видео и рассказывать о них. До свидания.